Эпоха смены привычного уклада жизни, происходившая в начале 90-х, несла стремительные изменения, которые не каждый был готов принять. Последние годы существования СССР запомнились еще и правлением довольно молодого по тем меркам политика Михаила Сергеевича Горбачева. Как сейчас поживает бывший лидер страны и чем занимаются его потомки? Дочка и внучки Михаила Горбачева всегда приковывали внимание прессы. И это абсолютно нормально, ведь потомки известных политиков, а тем более президентов, всегда вынуждены отражать лучи славы их высокопоставленных родственников. Единственной дочери Михаила Горбачева, Ирине Верганской, исполнилось уже 60 лет. Она вышла замуж второй раз и живет тихой супружеской жизнью с бизнесменом Андреем Трухачевым. Ирина не появляется на светских мероприятиях, ведь большую часть свободного времени тратит на работу в Горбачев-фонде, вице-президентом которого является. Поэтому и приходится дочери последнего президента СССР жить на два города. Она много времени проводит и в Москве, и в Мюнхене, занимаясь делами фонда отца. Куда больше внимания пресса уделяет дочкам Ирины – Ксении, 1980 года рождения, и Анастасии, 1987 года. Девушки выросли эффектными, даже пробовали себя на подиуме, хотя именитый дедушка и мать видели в другой сфере. Со временем мир моды перестал привлекать девушек с прежней силы. Обе внучки Михаила Горбачева вышли замуж и теперь все время уделяют семейному очагу, избегая светских мероприятий. Ксения Верганская еще в 2003 году вышла замуж за однокурсника Кирилла Солода, но брак с сыном бизнесмена продержался всего лишь два года. Затем спутником Ксении стал Дмитрий Пырченков, бывший концертный директор Авраама Руссо. Что касается трудовой деятельности Ксении, то тут стоит отметить пост главного редактора русской версии журнала «L'Officiel», где внучку Горбачева сменила Ксения Собчак. Анастасия Верганская вышла замуж в 2010 году за успешного пиар-менеджера Дмитрия Зангиева. По словам близких друзей пары, свадьба обошлась примерно в 1 000 000 рублей. Учитывая небольшую зарплату самого Дмитрия, вероятно, что оплатил банкет любящий дедушка Анастасии. Мероприятие посетили только самые близкие друзья и родственники. Присутствовал и сам Михаил Сергеевич Горбачев. Стоит отметить, что Анастасия успела поработать в журнале «Грация», а также главным редактором на портале «Trendspace.ru». Также она много путешествует по миру и активно помогает матери в работе с Горбачев-фондом. Сейчас обе внучки Горбачева регулярно посещают только мероприятия, связанные с работой именных фондов дедушки, а также матери Ирины Верганской. Поэтому чаще всего увидеть их можно в США, где находится офис Горбачев-фонда, или в Германии, где живет Ирина Верганская. Также в Германии сейчас проживает старшая дочь Ирины Ксения. А как вы думаете, сложно ли быть потомком высокопоставленного политика, когда общественность пристально следит за каждым твоим шагом? Пишите в комментариях свою точку зрения.